Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. Меня зовут Ева. И на этом канале я озвучиваю новости туризма. Сегодня поговорим о погоде на море на ближайшие дни. В этой подборке данные о погоде, температуре воздуха и воды ближайшие 10 дней на морских курортах, доступных сейчас россиянам с прямым перелетом. Учтены как российские, так и зарубежные направления. Смотрите, выбирайте направление отдыха и собирайте чемоданы по погоде. Список направлений был составлен, исходя из их транспортной доступности. Взяты те курорты, куда сейчас можно улететь без стыковочных рейсов. Угадайте, где сейчас жарче всего. Итак, первая подборочка – морские курорты трех морей России. Из российских курортов прохладнее всего в ближайшие дни в Калининграде, зато почти без дождей. Теплее всего ожидаемо в Ялте, но тут могут быть грозы. Светлогорск, это в Калининградской области, на Балтийском море городок. Средняя температура морской воды 13 градусов, в ближайшие 10 дней море прогреется до 15. Температура воздуха в ближайшие 10 дней 17-21. Солнечно, в определенные дни переменная облачность. Сочи, Краснодарский край, Черное море. Средняя температура морской воды 20 градусов, в ближайшие 10 дней море прогреется до 22,5. Температура воздуха в ближайшие 10 дней 25-26 градусов. Возможно, дожди и грозы. Анапа, Краснодарский край, Черное море. Средняя температура морской воды сегодня 20 градусов, в ближайшие 10 дней море прогреется до 23,9, почти 24 будет. Температура воздуха в ближайшие 10 дней 26-29, возможно, грозы. Туапсе, Краснодарский край, Черное море. Средняя температура морской воды 20 градусов, в ближайшие 10 дней море прогреется до 23. Температура воздуха в ближайшие 10 дней 25-30. Возможно, дожди и грозы. Евпатория, Крым, Черное море. Средняя температура морской воды 27 градусов, в ближайшие 10 дней море прогреется до 23,8. Температура воздуха в ближайшие 10 дней 25-28, в определенные дни возможно грозы. Феодосия, Крым, Черное море. Средняя температура морской воды 20 градусов, в ближайшие 10 дней море прогреется до 23. Температура воздуха в ближайшие 10 дней 24-26, в определенные дни возможно грозы. Дербент, Дагестан, Каспийское море. Средняя температура морской воды 21,6, в ближайшие 10 дней прогреется до 22. Температура воздуха в ближайшие 10 дней 25-26, в определенные дни возможно дожди и грозы. И Ялта, Крым, Черное море. Средняя температура морской воды 21 градус. В ближайшие 10 дней море прогрето до 25 градусов. Температура воздуха в ближайшие 10 дней 26-29. В определенные дни возможны дожди и грозы. Далее пробежимся по Абхазии, Гагра. Вода 19,8, прогреется до 23. Воздух в ближайшие 10 дней 24-27. В определенные дни возможны дожди и грозы. Я уже немножечко буду сокращать. Новый Афон, там же в Абхазии. Вода 21, прогреется до 23. Воздух 10 дней 24-26, возможны дожди и грозы. Казахстан, Актау, на Каспийском море. Море 19,9, прогреется до 21,9. Воздух 10 дней 26-33, солнечно. Турция, Бодрум на Эгейском побережье. Море 22,7, прогреется до 23. Воздух ближайшие 10 дней 27-28, солнечно, конечно же, в Турции. Мармарис там же на Эгейском побережье. Море 24, слегка остынет до 23,5. Ближайшие 10 дней воздух 30-31, солнечно, возможно, короткие грозы. Курорты побережья Анталии на Средиземном море. Море 25, прогреется до 25,4. Воздух ближайшие 10 дней 29-31, солнечно, возможно, короткие грозы в горах. Далее Египет, Хургада 25,8, море. Прогреется до 26,5, воздух 35,9, солнечно. Шарм-эль-Шейх, море 25,9, прогреется до 26,6. Ближайшие 10 дней воздух 36-39, конечно же, солнечно, как еще может быть в Египте.
Далее пробежимся Арабские Эмираты. В Дубае море 31, прогреется на 1 градус, воздух 39-42, ожидается солнечно. Фуджейра море 32, воздух 38-42, солнечно. Бахрейн, Манама море 30, воздух 39-40, солнечно. Катар в Дохе 30, море прогреется до 31, воздух 43-48, солнечно. Мальдивы, Мале, столица. Вода 28,5, прогреется до 29, воздух 31-32, с переменной облачно, возможно грозы. Остров Ган на южной части Мальдив, море 30, немного охладится до 29,8, воздух 29-30, солнечно, с переменной облачностью. И последнее, Израиль, Нетания на Средиземном море. Море 24,6, прогреется до 25, воздух 29-31, солнечно. Эйлат на Красном море. Море 24,7, прогреется до 25, воздух 38-43, солнечно. Итак, если хотите дальше получать информацию от меня, конечно же, подпишитесь на меня, нажмите на колокольчик, не забывайте. Подпишитесь на мой второй дачно-кулинарный канал, ссылочка на него под видео. Всем вам желаю хороших путешествий, мира добра, отличной погоды. До свидания.